так что ли оставить. На всякий случай предупрежу, что у меня телефон опять стоит на солнце. Слепит прямо в экран, поэтому я могу сразу не увидеть, если кто-то что-то пишет. Ну и, соответственно, если он отключится вдруг, то простите.
Но вообще есть еще трансляция на Play BT 2, наверное. Или на ITF, потому что стоят две камеры. Куда именно транслировать, не скажу, но вот какой-то из этих двух вариантов. В принципе, я думаю, там сможете посмотреть в более лучшем качестве. По одному. Смотри аккуратно, там жвачка. Вроде меня наступили. О, не я. Все, аккуратненько, жвачка. Блин, взял нахуй. Извините. Не было. А вы как, вы так снимать решили? Как? А там же трансляция идет. Ну, хорошо. Я хочу, чтобы у меня тоже сохранился ключ. Наталья, короче, не любит конкурентов, да? Да. Смотрите, второй круг там какой жесткий. Mm. Катас, такие первые круги у всех были, блин, такой второй. Нормально там видно кофту? Ну, видно, но неудачно то, что здесь судья еще сидит, то есть сетку не видно. Диме Машинкину привет передают. Кто? Диме Машинкину привет. А кто это? Ну что так у нас может сказать? Дима Машинкин. А кто у нас так говорит всегда? Отсвечивает. Да, привет, привет. Леш, привет, Жан, привет, Кир, привет. Всем привет. Мари, красава. Да. Почти.
Ой, ё. Мы завтра играем, вы знаете? А, я да, ты же сказал. Этот, кстати, этот. Подходил. Довольны? А? Довольны? Да, он говорит, хороший матч. А если что-то нужно, я в Иркутске палатке. Конечно, нужно. Ну, типа... Если какая-то... Вот так. Я так. Я как бы понимаю. Сказать ему особо ничего не могу, конечно. Надо подойти, потом посмотреть из аксессуаров что-то. Форму, если мы возьмем через Никиту, туда посмотреть, как аксессуары. Ваня аксессуары. Ну, все равно. Может, все через Никиту? Мы можем через Никиту. Ну, и так, и так. Чуть-чуть. Вы что, с Некрасовым играли? Да не, не, мы за ним играли. С очками, которые в очках. Которые в обычных играют. Ну да, это неплохо. Это которые, помните, против Макса Джованни не играли. Помните, мы смотрели? Да. Неплохо как бы катают, но они так, у них такая игра, как бы, в плане, они давят только. Фига себе у вас изобретение на таре, а? Ну. Ну что, скоро мы купим всякие приборы для трансляции. Какие? Экшн-камеру купим. Экшн-камера GoPro только. На шлем, короче, да, повесим. Да, на шлем, да, будете с камерами играть. И будем с камерами играть. Нет, приём, нет, прикольная тема. Когда волейбол играет, я смотрю, вот там видео есть. Когда волейбол играет, прикольно. Ну, теннис, мне кажется, не так смог, потому что ты меняешь маленький. Хотя, надо попробовать, когда что. Курина, а вот все болеешь. Разобраться не могу. Куча проводов. Хорошо. Молодец. Нет, у девочек не работает. 6 метров на подачу только у мощи. Вот же они, кепка эти делают. Кира. Кирова. Новый брат. Забрали подачу у Гаспара. Светлана, здравствуйте. Где адвокат? Не знаю, где ты должен смотреть. Возможно, смотрит на второй трансляции. 3-2. Только 10. Еще матч на завтра.
Потихонечку зрители прибавляются. Короче, сейчас мы выиграем, привезем в Самару двух новых игроков, Гаспаре Валентине. Молодец! Привезем новые. Я скачу по тренерам тут какая-то подбилка. Реально, пусть перейдет. Тот, который в черном, прям я не могу. Он такой он противный. Мы еще до этого играли матч. Так он себя ведет. Но похож он на. Браво тебе! Настя такая. Но похож он на алкаша какого-то пробитого. Вы там нас не слушаете, это мы вообще про других людей говорим из вообще из другой галактики. А тут уже комментирует приезд новых игроков. Хорош! Запанское такие штуки не прощает. Ни с какой радостью мы их не ждем. Матрос посадим и на фишки, они тогда не встанут. Не понравится, нет, им не понравится. Галочка на галочке вообще они там выплюнут. Да. На галочку рифму знаем. Ой, ну ладно вам хлопать. Ты чего ж тут такого было-то? Хлопаете вот тут все. Соседним? Ага. Не знаю. Сейчас выиграем, пойдем посмотрим. Да блин, трос. Чуть-чуть. Такое давление в Запанском можно и еще кенгуру получить. Браво тебе! Все, туда.
4-4, сейчас я понял. Да-да-да! Когда вчера нам этот мяч, да. Потому что мяч попал. Задел и вообще можно. Да, молодец, что он не как бы на спорных мячах, он как бы никто бы ничего не сказал, тем больше вся толпа говорила, он как свое мнение высказал, то, что он увидел, он так и оставил. Это что так и должно быть. Хороший! Браво! Если вы услышите, что кто-то хрюкает, это я. Ну, потому что я опять начала захлебываться слегка слюнями. Я сегодня проснулась простывшая, с больным горлом, соплями, малюсенькой температурой. Периодически похрюкиваю. Короче, если что, то едем на ферму. Скучаем по кенгуру, Наталья. Ну, это ты зря сейчас мне сказала. Леша Гостев, привет. Не, я не болею, все нормально. Ну, спасибо за беспокойство, конечно. Потому что они каждый день играют на улице. Каждый день на улице. Вот поэтому не уталанно. На Волжской набережной. Как говорит, что тебе не позволяет одеться и в минус 30 потренироваться на Волжской набережной? Не дай потренироваться на Волжской набережной в январе. Да. Давай. Сиди тренинга. А вы не два очка тоже успеете раздать? Так Валентине пробил в центр. Одно. Первое забил. О, неужели? Ну что, 5-2 мы ведем. Дроид, вот ты еще не успел дойти, уже мне тут трансляцию заставляешь запикивать. Мы вообще-то приличные люди, у нас тут нет никаких грязных выражений. Знаешь, какой счет? 2-2. Ладно, живи пока. Что он сказал? Я думала, что я хотела его стыдить. Чем? Что у него девушка играет, а он не знает счет и вообще где-то шарахается. Он прошел только что, он спрашивает, какой счет? Я ему говорю, 5-2. Ты что, не пойму, а? Спалил я дроби, короче. Все правильно. Ну, куда? Настенька! Розыгрыш. Чё говоришь? Там сейчас, он, смотри, кенты выйдут в четверти. Это Мадесы? Слушайте, я вам сейчас шею сломаю, чтобы не вертели ее во все стороны. Смотрите вперед. О, хорошо. Ещё давай. Нормально. Лиза, молодец.
Так, кто это у нас тут? А ты знаешь, какой счет на Санде? С таким ником. Ой, коротко. Нет, я не говорю в нос. Я говорю в рот. Теперь в понедельник 6 утра готовься к вендеру. Тросами, крышкам. Не говорю, если можно, то норм. Хорошо. О, адвокадо. Приплыл. Да, на чем началось-то? Давай, ноги. Прикиньте, на трех кортах красавцы здесь, с повторами, там. Вон там он, обычный телефон, ищет там. 280. Там нет повтора, да? Нет, вот на этом. Давай, Лиза, давай! Бразильцы начинают за нас болеть. Счет 4-5. 40-30. Я думала, он достанет.
Наташа сейчас обгорит, приедет обгорелая. Да, телефон огненный. Хорош! Линия. 6-5. Андроид. Vamos!
одинаково гейм отыгрывают. Те на 5-5 и те на 5-6. Да-да-да. Просто вообще друг друга стоит. Просто слив гейма куда-то. 5-2 и опять улетели. 5-2, граждане. 5-2. Граждане. Привет, Вадим. Да. Я негодую. Да ладно. Это не сет, это тайм. 5-2. Ну давай, 6-6 топим. 3 очка. Отлично, приемлемо. Такое мы любим. Давай, 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 давай. Боже мой, смотрю в отражение на телефоне, какой-то кошмар вообще. Я как побитая бродячая собака. Ты я знаю, что возьму? Должны же мы все-таки их добить. 1-1, да. Да. Все. Отлично. Давай, менялись неплохо. Кидывал подачу. Особенно 5-5. Зашибись так. Давай, 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 короткими, давай. Заброс только через короткий. Мне на 5-5 надо было. Соляночка вот эта, такая грибной суп. Так, который мы с Жанной готовим? Да, да. Вот так и парил! Еще одно слово выучили. Маранга, абакаши, номерунда, мунда, кампи. Не знаю, на каком моменте у вас прервалось. Но... А? Счет 6-7. Она такая же. Ты видел? Да? Вот это вот. А вот это ты видел? Желтая бумага. Желтая чел. Таля, покажите. Давай. Сейчас я вам покажу кое-что. Максим, ты дурак. Короче, рассказываю. У всех есть аккредитация. И у всех игроков она нормально сделана, но печатная. Так как парни у нас выходили из квала, им, соответственно, аккредитацию должны были именную сделать с момента выхода. То есть вечером в среду. Сегодня что у нас? Суббота. И вот вчера им выдали аккредитацию, сказали, правда, пришлите фотографии, и через час придите, заберите. Но вот прошло пару дней, и выдали вот такую
Вот такую. Чтобы вы понимали, это приклеено просто сверху, куда-то непонятно. Здесь желтая бумага. Вот такая вот. И вот такая аппликация у нас тут. Как в детском саду солнышко. Выдали Дмитрию Андреевичу. Я, в принципе, считаю, что я тоже могу делать такие аккредитации. Хотите, вам тоже сделаю. Могу вам... Ну, только напишите название турнира в комментарии, там, куда вам надо, там, Ролан Гаррос, еще какой-нибудь. Вот. И вот так вот. А Дроид у нас, например, сделал аккредитацию нормальную, при том, что Дроид не в основной сетке. И у Андроида написано, что он Максим Андерсон, который вообще не играет этот турнир. Это, собственно, который сейчас находится в Латвии, да. То есть, в принципе, это все, что вам нужно знать об организации турнира. Красивенько, да. Вот. Жан пишет, охотничий билет. Что? Жан пишет, охотничий билет. Дива даже лучше делает. Хорош! Давай, 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 злись! 6-0, давай. Сюда. Когда он придет? Ты не пришел? Иди без кепки сидеть. 3 недели сижу без кепки. Все уже. Все. Очень плохо. Плохо, да. Ё-моё. Ну, не все стали играть, потому что очень много топовых игроков вылетели, и они пошли в подвал. Есть один товарищ, который болеет за эту пару. На него прям вот хочется натравить Алину. С ее умением болеть и кричать. Отвратно, потому что потрогать. Обычно это.
как обычно, а как всегда. Для Димы не существует ничего неубиваемого. Анатолий знает. Да. Жалюзи. Что там еще? А лопата. Мангал. Мангал. Гриль. Не ты ему ворота сломал, что он решил новые делать? Нет, меня, мне кажется, не было в этот момент. Но если бы я был, мне кажется, я помог бы ему. Не сделать, конечно, но тоже хорошо. Дарья там будет какие-то интересные. Жан. Ой, тут какой вид открывается. Наталья, а ну-ка, глаз дайте вот это вот. Отличная подача. Все, мне щипит лоб, значит, что все, ему кранты. Давай, вы знаете, с кем играть, давай. Вот и все, давай. Ай, ё, наступил на полотенце. Ну, как все, точнее. Да, дадим огня. Мы выигрывали 5-2 до тех пор, пока ты не пришел. Реально, кстати. В этом все подчистую иначе. Все накрылось. Сразу иди. Че сидишь, иди, говорю. Все, уходи. Не смотреть матч? Он оттуда смотри. Вещи можешь оставить. Почему? Не знаю. Сейчас мы проверим нашу теорию. Все. Наталья, помни этот рейс. Сиди пока. Ela fala, pô, Elisabeth.
вам это, а. Нет, Кира, она играет Heroes. Кто это? Да блин, ай. Браво! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Попробую еще раз поставить, не знаю, отключится или нет. Прям очень горячо. И Wi-Fi что-то начал головушку делать. Там мне вообще фиолетово, чё. Нет, я Максим. Максим. О, хорошо. Молодцы. Давление на то.
Браво, Лиза! Браво! Давай, давай, давай! Девочка тут сидит с таким красивым браслетиком, сердечками. Я вот стою и не завидую ни капельчики. Стою и радуюсь за нее, что у нее такой красивый браслетик, а у меня нету. Шесть, семь, один, четыре. Хорош! Давай-давай! Давай, 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 давай! Что там было? Через тросик так же. Они нормально замотивированы. Хорошие. Thank you.
Рома, ты что, в Саратов ездил? Полтора сантиметра аут. Ты ж говоришь, пятое место. Как пятое место, если ты сегодня приехал, три дня будешь играть? Ничего не поняла. Задай вопрос, кстати, в Саратове они почему не смотрят? Не болеют. Мы тут такие матчи выдаем периодически. Здравствуйте, Ольга. Ветер есть, да. Я вас не знаю, но здравствуйте и спасибо за просмотр. Дай Бог вам счастья и здоровья. Хороший! Ровно там на теле кто сберет. Да. Не вини. Да, давай. Какой там счет? Сейчас, короче, я подумаю, хорошо?
То есть билет заменить нельзя, да? Маленький аут. Даже за зонтом, не знаю, видно, не видно было. Хорошо, Дима, так когда ждем. Ну, это хорошо, лучше сэкономить. Не получилось, к сожалению. Будем пробовать еще. Всем спасибо. Покажу вам, здесь идет заруба. $50 было у фонта. Не смогли забрать. Народу море. Но вчера у нас на матче было больше. Да. Ну все. Всем до связи, всем до завтра.